Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть с тобой House Flipper. В предыдущей серии мы с тобой что-то сделали, так... Пусти меня домой. Мне кажется, у меня выключилась вертикальная синхронизация, тебе так не кажется? Мне кажется, что да. Мне кажется, что выключилась. Высокая, 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 а у меня здесь ее и нет. Ее здесь... А, или есть. Туман, размытость, эффекты, разглаживание, качество текстур. Представляешь, не вижу в упор, просто не вижу в упор. Игра, может быть? Общая. Ну и ладно, не будем. Я, может быть, и просто не заметил, но ладно. А в предыдущей серии мы с тобой сделали классный ремонт. Просто классный ремонт в большом... Пусти меня. В большом доме. А, подготовили к проживанию для семьи дом. И давай мы сделаем несколько заданий. А, батарея Амарантовые перемены. Давай посмотрим, что это такое. Бонжур. Я думаю... А, думаю, что мне хотелось бы придать этому достаточно простому домику, который я купила недавно, немного больше артистичности. Я хочу попросить покрасить часть стен в гостиной алым цветом. Остальные стены будут выглядеть чудесно, если покрасить их в серый цвет. Ах да, чуть не забыла. Почините, пожалуйста, испорченные розетки. Заранее благодарю. Алиса Иванова. Давай примем это задание, пусть Алиса Иванова подождет немножко, и мы с ней, мы для нее сделаем классный ремонт. Чего 70% нужно достичь? Я не успел прочитать. Есть здесь сорняки, мне написали, что можно сорняки на любом задании выдергивать и получать навыки садовода. Я прочитал все ваши комментарии, и мне очень приятно, что вы комментировали этот ролик. И написали, что якобы вот ты там не увидел на карте, стены были подкрашены. Я, блин, не заметил. Что нам нужно с тобой сделать? В детской комнате электрическая розетка, в спальне электрическая розетка и в гостиной с элементами кухни покрасить в малиновые приключения и в серость. Где примерно гостиная с элементами кухни? Это вот здесь. Малиновые приключения и серость. Давай малиновые приключения замутим. Купить сейчас, купить, вот сюда поставить и взять... Ой, не ту кнопочку нажал. А, взять кисточку. Написали, что все-таки это самое... Умение не тратить краску на стены, это не тратить краску на стены, которые ты уже покрасил. Спасибо большое, что объяснили. Я просто тогда не понял совсем, зачем это все нужно сделать было. Мне нужно набрать банку из краски. Ты молодец, ты набрал банку из краски. Опа! Сказали, еще нужно улучшать швабру, чтобы быстрее мыть стекла и полы. Это, конечно, очень здорово. Давай здесь усовершенствуем экономию краски. И будет вообще классно. А то реально мы тратим, наверное, очень много краски просто на покрашенные стены. Давай купим еще серую. Серую купим. Ну, а, во, смотри-ка, переговоры. Требования от заказа минус 2, платеж за заказы плюс 50, возможность договориться о цене. Нет, нам нужно вот, вот это вот. Я считаю, что это самое главное, что может только здесь быть. Когда ты можешь получать за заказ больше, чем получаешь сейчас. Это реально полезно. Так, вот эта стена будет серой. Вот эта стена, давай, будет серой. Сказали не торопиться. Я, конечно, да, я много тороплюсь, но... Хоть эта игра и не на время, все же, понимаешь, мне нужно успеть в определенное время успеть записать ролик, успеть пройти до какого-то определенного момента. Если я буду сидеть тянуть кота за хвост, то... Ну, ладно, это будет креатив такой. Я просто перепутал краску, поэтому вот так. Неплохо, неплохо. Ну-ка, сесть как? Ну-ка, сядь. Говняный креатив, конечно, получается, но что ж поделаешь. Просто будем красить, как получится, поэтому сильно не смотри на стиль этой комнаты.
не обращая внимания. Мы выполняем задание. Нам сказали покрасить в два цвета комнату. Мы будем красить в два цвета эту комнату. Наше дело исполнить заказ. Выполнить заказ. А остальное это не по нашей части. Не понравится, перекрасим. Лишь бы деньги платили, и будет вообще все классно. Угу. Где еще можно что-нибудь такое намазюкать? Вот тут можно намазюкать. Давай, оп. Я не хочу просто взять лишние краски. Ну-ка, чё, нет, что ли? Что ты будешь делать? Ладно, возьмем серую. Возьмем серую и покрасим вот здесь вот серую. В серый цвет. А, вот эта стена будет серой, как мы уже с тобой договорились. Лепота. Почему именно в серый, я не понимаю. Правда, это нифига не креативный цвет. Серый цвет, он такой унылый, тусклый, тем более для гостиной с кухней. Такой скучный цвет, что прям не могу. 55% мы покрасили. Это уже много. Это уже очень-очень много. Эти высокие стены очень долго красятся. Там есть, конечно, умение, которое увеличивает скорость покраски, но прям для того, чтобы чуть-чуть увеличить скорость покраски, я тратить целое очко умений не хочу. По крайней мере, пока что. Пока это мне не сильно прям припекает. Наверное, это все-таки подождет. Правильно я считаю? Как ты думаешь? Думаю, что да. Блин, не хватило краски. Это очень обидно. Надеюсь, в этом ролике не произойдет такой же ерунды, как в предыдущем. Ну или в следующем. Я не знаю, в каком порядке это все дело выйдет. Я говорю про The Tenants, в котором хрипел, скрипел, свистел звук. Я очень удивился тому, что... Ну, тому, что он такой. А все потому, что я... Микрофон перед записью вытащил и вставил. Это было моей худшей ошибкой. Просто самой сильной ошибкой, которую я когда-либо совершал. Просто запороть вот этим движением звук. Там не должно было быть покрашено. Там должно было быть вот так. Все, кончилась краска, что я серьезно. Ну и дела. Ладненько, ладненько. Придется покупать, блин, маленькую... Что ты сделал сейчас? Придется покупать маленькую банку краски, чтобы покрасить вон тот сраный вот косяк вот этот вот. Но позже немножко. Сейчас мы докрасим вот эту стену. Я бы с радостью ускорил вот это видео. Но нет. Мы с тобой будем разговаривать, медленно все делать, ты там чай сиди пей, а мы будем тут с нашим главным героем трудиться и красить стены. Давай уберем вот это чудо. Возьмем кисточку снова, возьмем планшет, купим маленькую, наверное, маленькую вот эту. И купим маленькую вот эту. 500 тысяч. А, ну тут в целом ты сильно не проигрываешь. Что-то пару рубликов просто потеряешь, если что уж. Ну, чтобы отменить покупку, использую правую кнопку мыши. Хорошо, я буду так делать, когда буду покупать лишнее. Так, наберем краски и пойдем красить стену дальше. Нам в этом заказе всего-то ничего нужно. Самое сложное в этом заказе — это покрасить стену. Это очень долго делается. Прям реально очень долго. Так, все получается, да? Ой, ты куда дел-то? Зачем ты его выкинул? Так, так, так. 99. Где-то недокрашен. Ты что, серьезно, что ли? Ты что, издеваешься? Правда, что ли, где-то недокрашено? Я не вижу. Я правда не вижу. Это покрашено. И это покрашено.
Где я должен найти этот 1%? Вот он. Все, вижу тусклую ерундовину. Давай мы продадим вот это вот. И денежка пришла, смотри. Вообще здорово получилось, что я еще и, ну как бы, денежку-то вернул. Вернул. Это хорошо. Розетка. Где здесь розетка? Где может быть розетка в детской комнате? Наверное, рядом со столом с компьютером. Сесть. А, вот она, вижу. Это что такое с ней случилось-то? А как я должен что-то здесь починить, если здесь, ну, ничего не произошло? Как ее чинить-то? Кто-нибудь мне расскажет? Может быть, здесь нужно какие-то инструменты покупать? Может быть, здесь нужно что-то еще? Может быть, я что-то не понимаю? Выключись. Так, ладно, пойдем в другую комнату. Это не комната, это выход. Для ванной комнаты коридор. А здесь нужна была? Нет, здесь не нужна была. Вот здесь вот нужно розетку тоже починить. А здесь где ее найти? Вот эту? Эта розетка не сломана. Вы меня обманываете. Очень нагло обманываете. Какая розетка здесь сломана? Как я должен понять? Зажми, чтобы поднять. Мне не нужно поднимать. Я хочу починить розетку. Мне попросту нужно починить розетку. Каким образом? Почему, когда я к ней подхожу, я... Покраска, очистка, продажа предметов. За кого ты меня принимаешь? Мы не в симулятор вора играем. Я понимаю, что мы не в симулятор вора играем. Мы с тобой пытаемся починить розетки. Ну давай Давай купить одну. Отремонтируй, написано же. Мне это не нужно. Мне нужно ее починить. А как я должен починить, если... Если я... Не знаю даже, какую розетку мне чинить. Ладно, пойдем в ту комнату. Вот в этой комнате еще более-менее куда ни шло ясно, что нужно делать. Ты, ну как сказать? Ясно. Мы просто вот здесь вот посидим и подумаем, что же нам делать. Электрическая розетка. Я вижу электрическую розетку и вижу, что с ней ничего ни хрена страшного не произошло. Может быть, нужно напряжение в доме отключить? Что, почему мне не позволяет игра починить розетку? Инструментов, ничего нет. Угу. Как я был глуп, когда не посмотрел на карту. На карте же все отмечено. На карте все отмечено, и это самое главное, наша помощница. Ой. Прикольно, слушай. Здесь так это интересно все сделано, что я могу самостоятельно все это делать. Вроде как бы, знаешь, ты вроде и самостоятельно все делаешь, но чтобы ты не обманулся и ничего там лишнего не придумывал, делается все за тебя. Ты просто вводишь мышкой. Классно, классно придумано. Хоть игрушка и старенькая, и не особо много-то ее смотрит, но все же мне нравится. Мне нравится. Электрическая розетка. Здесь у нас розетка вот тут вот находится. То есть, блин, мне ее еще сначала найти надо было. Я там пацану вон весь стол разворотил. Думал, что у него та розетка сломалась, потому что там что-то воткнуто было, и я подумал, что это именно то, что мне нужно. Но оказалось, что нет. Давай закручивай. Ну? Эй!
Почему он не закручивается? Эй, закрутись. Представляешь, он не закручивается, он завис. Давай отодвинем кровать. Пусть она постоит вон там где-нибудь. Вон в той комнатульке. А мы пойдем туда поближе к розетке. Может быть, он... Да, смотри, заработало, все заработало, отлично. Я уж думал, все. Я уж думал, не получится нам починить эту розетку. Придется сдавать заказ именно в таком виде, то есть с недоделанной розеткой. Но нет. Отодвигание кровати или же просто перезаход в розетку нам помог. Все. Все, я выполнил за 100 тысяч рублей, ничего себе. За 100 тысяч рублей мы покрасили стены в этом доме и починили две розетки. Неплохо, прибыльный бизнес. Кухонные принадлежности должны находиться в гостиной. Когда-нибудь об этом мог подумать? Я нет. А в окрестности поселился крот. Использую лопату, чтобы избавиться от кротовин. Но имея в виду, злой крот будет делать новый, пока ты его не найдешь. Удачи. Ну-ка, пойдем поглядим. Для начала, где крот? Где он делает свои кротовины? И что вообще с ним нужно делать? Но его, видать, здесь еще нет. Он к нам еще не пришел. Нет, поэтому нам переживать здесь незачем пока что. Думаю, нужно пойти на второй заказ на какой-нибудь там крупный. Вот, давай вот в этот дом. Заказ мужской вызов. Бюджет 367 долларов. Ой, 367 тысяч рублей. Эд при случае купил этот небольшой домик. Пара, которая продала ему его, рассталась во время проводимого здесь ремонта, поэтому часть вещей совершенно новая. К сожалению, из-за того, что ремонт не был закончен, там остался сильный беспорядок. Я не уверен, что из запланированного предыдущими хозяевами закончить. А, я не уверен, что из запланированного теми хозяевами закончить, а что переделать под себя. Уверен только в одной вещи. Ему нужен удобный кабинет. Чуть я уже все. Я уже заигрался что-то работаю. Все. Я заговариваюсь, даже читать плохо начал. Ты можешь продать неиспользованную краску, чтобы вернуть деньги. Я уже понял. Спасибо за подсказку после того, как я это сделал. Да, я это уже прочитал. Выбор 2, помещение 7. 7 помещений. Ёлки-палки, там много. Там мусор убрать. Это получается, наверное, в сад 652 квадратных метра. Это 6 соток, наверное, получается, да? 6,5 соток. Как много здесь говна всякого. Цемент. Угу. 97% осталось всего ничего. Мусорный бак тоже, что ли, мусором считался? Не буду я забор поднимать. Это как-то прям вообще некрасиво будет с моей стороны. Такими вещами заниматься. Ну. Ладненько, пойдем. Пойдем в дом, наверняка там что-то очень интересное. Ёлки, что такое? Что мы сделаем с мебелью, находящейся в гостиной? Кожаная мебель супер стильная. Оставим ее комнату, заполним мебелью, подходящей по стилю. Более современные материалы и дополнения будут больше сочетаться с кухонной мебелью. Нет, кожаная мебель это здорово, мы ее оставим. Новое очко умений. Что это такое вообще? Полиэтиленовые пакеты или стекла какие-то? У меня такое ощущение, как будто это все-таки стекла. Но почему-то они не бьются, они почему-то лежат вот так вот какими-то огрызками. Как будто бы они на самом деле мягкие. Поэтому все-таки до сих пор у меня есть сомнение, что на самом деле это такое. Так, ну кухонька такая себе, конечно. Что-то она отсвечивает странно каким-то градиентом. Ой, хорошая спальня. Двуспальная кровать, сердечко. Устройство, встроенная узкая штора. Здесь что-то прям очень... Белый цвет. 180 стен.
Или что, это правда, что ли? Но если это правда, то это прям ужас. Так, вот сюда вот бросим пока. Блин, зачем я это сделал, если я еще не освободил место под этот диван? Так, ну смотри, вот здесь где-то примерно середина. Вот здесь мы его и оставим. Наверное, да, наверное, так. Вот это чудо будет стоять вот тут. Вот так примерно будет стоять. А вот эти вот два табурета, два кресла, а один будет стоять вот, вот тут. Не знаю, у меня с дизайном очень плохо, но все же я осмелюсь его как-то показать, на что я способен. Зачем вот это кресло, я не знаю, давай его продадим нахрен, потому что оно нам не нужно. Ёлки-палки, причём здесь симулятор вора, если мы просто хотим продать ненужное кресло, мы купим другое. Ладно, пока пусть будет вот так. Пока что пусть все так стоит. Так, давай возьмемся за покраску. Мозаика или белый цвет? Давай мозаикой. Мозаика, белый. Белый, ну давай белый. Купить сейчас. Ёлки-моталки, смотри, сколько тут всего, всего-навсего плиточек-то. Офигеть. Она и на пол, что ли, кладется только? Куда я должен уложить плитку эту? Подожди, я что-то не пойму. Уложить на стенную плитку светло-серая фарфоровая мозаика. Я, наверное, зря так рано купил. Давай мы продадим пока что. Пусть в убыток, но продадим. Покрасить в цвета белый. Давай покрасим для начала. Лишние движения делаю. Я очень много лишних движений. Купим сейчас вот эту вот банку краски. Не то делаю. Возьмем кисточку и возьмем, наберем краску. Да, на самом деле здесь 180 стен нужно покрасить. Я думаю, что ты все-таки этого всего не увидишь. Потому что это реально очень долго. Хотя, может, ты увидишь. Я, может, не буду это все дело вырезать. Я не особо много вижу смысла это оставлять. Так как это, наверное, займет много времени. Прям такую львиную долю времени из этой серии займет вот эта покраска стен. Хотя, я думаю, тебе очень нравится смотреть на вот это вот монотонные движения, на вот эти монотонные движения, поэтому не буду, наверное, вырезать это все дело. Просто я все это время не знаю, о чем говорить. Особо не о чем говорить сейчас. Сейчас просто происходит покраска стены. Думаю, за большие деньги. Я не знаю, сколько мне заплатят, но думаю, очень много. Потому что в прошлый раз те люди, которым я делал дом, они заплатили мне очень много. Честно, даже скажу, не помню сколько, но мне показалось, что это было очень много. Мне бы сейчас прокачать скорость покраски. Все-таки я думаю, что скорость покраски — это очень полезная штука. Беру свои слова назад и думаю, что нужно покраску эту прокачивать. Это ж больно уж очень, это долгий процесс. Тем более, когда тебя просят не одну комнатку там маленькую покрасить, а 180 этих ячеек промазать белой краской. У меня уже одна большая банка краски почти закончилась. Мне сейчас придется тратиться на еще одну.
Я, конечно, понимаю, что все сейчас окупится, потому что денежек нам дадут всяк много, много должны дать. Если дадут мало, я больше к этому мужику не приду. Хотя к нему и больше и так не приду, потому что я же ему уже ремонт не сделаю. Зачем мне к нему еще раз приходить, правильно? Правильно. Сколько там осталось счета для завершения этого? Для покраски. 37 покрашенных стен еще, ничего себе. Две стены одновременно. Покраска на 25% быстрее, вот это будет очень полезно. Некоторые загрязнения. Хорошие швабры. Вот это вот мы прокачаем. Кончилось? Или не кончилось? Швабру прокачали, мы сможем быстрее мыть окна. Это не может нас не радовать. Наконец-то окна мы сможем мыть не вот этой вот писюлькой. Я думаю, что там как-то то ли она увеличится, то ли она большую площадь просто каким-то образом будет захватывать. Это дело уже не наше, но мне так посоветовали. Есть что? Если это не так. Найдем этого советника в комментариях и скажем ему, что вот он нехороший человек. Но я думаю, меня не стали бы обманывать, поэтому я всем верю. Так, магазин. Краска большая. Купить сейчас. Горло уже просто болит. Приходится пить немножечко чаще. Чего? Ты что сейчас сделал-то? Пол что ли копать начал или что? Мне показалось, что да, по звукам было похоже, как будто он его шторобит. Восемьдесят восемь из 180. Это кошмар, как долго происходит. Сколько по времени уже? Очень долго по времени. Как жалко, что нельзя как в The Tenants нажать шифтом на стену и все покрасится. Это прям детальный The Tenants. Наконец-то, елки-палки, покраска. Быстрее наконец-то будет краситься, уже спасибо. Наверное, не прям сильно мы это заметим, хотя не, ну смотри, ну на самом деле быстрее красится. Да, смотри, прям реально быстрее красится. Это всего на 25%. Наверное, на 50% там вообще просто можно будет вот так вот мазать, и все будет краситься. Прям вот так вот прям. Угу. Осталось всего ничего. Осталось всего на самом деле мало. Уже по сравнению со 180, 120 это ничто. Это мы сейчас за 5 секунд просто все организуем. Угу. По-хорошему, банку с краской надо передвинуть, наверное. Но мы такой ерундой не занимаемся. Мы мучаемся. Мы бегаем туда-обратно, чтобы набрать краски. Зачем ты начал косяки окон красить? Когда еще не докрасил стены, но в этом вся моя природа. Я прыгаю от одного к другому и не заканчиваю до конца. Не доделываю до конца. Это моя проблема. Это моя основная проблема в этой жизни. Почему тут вот не покрасилось? О, а то мне не нравится. Просто там вот грязные окна какие-то получаются. Не, ну красиво, красиво. Правда, что красиво, блин, какие-то не белые, а серые стены. Краска какая-то очень плохо отколированная, наверное. Или она очень притягивает пыль, поэтому у нас уже все грязное. Неясно. Пойдем переставим вот сюда вот банку. Возьмем кисточку. И пойдем красить дальше. Сохранение зачем-то пошло. Сейчас я тебя не просил сохраняться.
О! Почему ты не дотянулся-то? 15 стеночек всего осталось. 15 стеночек. Шесть. Что-то мало как-то получается. Правда, слушай, две штуки осталось, а у нас еще вон. Мне кажется, здесь что-то не досчитали разработчики. И получилось, что вот. Вот как получилось. Получается, видимо, они какие-то стены не посчитали и. Блин, ну. Не хочется оставлять вот так вот это. Давай купим маленькую краску и закончим все-таки красить вот этот вот кусочек. Ну, а то как-то некрасиво получается. Мы, блин, начали красить дом, комнату точнее, и не закончили. Все-таки мы делаем на совесть, а не на мудо, как бы вот мы же ведь ответственные строители, ответственные ремонтники. А то это из разряда, мне сказали сделать вот так, я сделал вот так. Конечно, инициатива наказуема, но, блин. Но ничего страшного. Такая инициатива не должна быть наказуема. Такая инициатива должна быть вознаграждена. Потому что я так говорю. Все? Все. Блин, не все, слушай. Вот теперь все. Все, теперь каждый уголок этой комнаты промазан. И мы можем со спокойной душой продать остатки краски за какие-то там сущие копейки. И положить на стенную плитку светло-серое фарфоровое. Чё же это такое-то? Задание. Блин, модифицировать фарфоровая мозаика, светло-серая фарфоровая. Куда? Какая? Светло-серая фарфоровая мозаика. Светло-серая фарфоровая мозаика. А, это любую, короче, я могу. Понял, все. Она так и называется, просто цвета разные. Ставим. Беру. И что? Она же настенная, почему я не могу ее на стену-то прилепить? Могу? Или не могу? Могу. Ёшкин кот. Как это все сложно-то, ну? Такой необычный способ укладки плитки. Я просто думал, что он хотя бы как-то приложит к этой стене эту плитку, а он, оказывается, вот так вот просто, типа, наводишь на эту стену и просто нажимаешь. Ну, будем знать теперь. Почему-то указание пригодился бы комплект плитки. Зачем он мне сейчас это пишет, непонятно. Очко умений. Очко умений. Мастер на все руки. Что это за очко умений? Что оно нам дает? Сварка. А, сборка быстрее. Держите в руке до трех плиток или панели одновременно и укладывайте их. Вот это вообще класс. Это реально классно. Ничего себе, у нас хорошо получается. И кто с этим не согласен, я прошу идти лесом. Потому что у нас реально все хорошо получается, смотри. Прям как под это, прям как под комплект плитки все делалось. Ну неплохо, красиво получилось. А уложить напольную плитку напольной
напольный панель палисандр, палиандр, паличо, палисандр. Задание. Палисандр. Купить несколько. Ёлки зеленые. Серьезно? Столько? А сколько мне нужно ее? Везде плитку эту положить нужно. Ох, ничего себе. Ну, давай тогда сделаем вот так. Вот этому кубику. Красота. Красота. На самом деле, здоровский цвет. Мне очень он нравится. 94% уже. 100% встроенная. Хорошо, хоть не по одной плиточке класть уже, спасибо. Встроенная широкая штора. Что такое встроенная широкая штора? Белого цвета. Давай купим белого цвета, чтобы она подходила нам под цвет покрашенных стен нами. Вот так, да? Или нет? А где штора-то сама? Почему ее нет? А-а-а, то есть я гардину-то прилепил, а дальше что? О, господи, как здесь все заморочено. Что-то мне кажется, вот с этим они перемудрили. Зачем мне вот это нужно было делать, я не понимаю. Хорошо, хоть каждую на прищепку вешать не нужно уже, спасибо. Премного благодарен. Ну, почему? А что мешает-то? Не пойму, что мешает сделать это именно так, как я вот сейчас хотел. Купить сейчас. Что мешает? Я не вижу, где здесь такая вот проблема-то большая. А можно так вот сделать? Да, смотри-ка, смог. Просто забаговал игру и смог. Ну, давай попробуем с нее начнем. Странно, что она не позволяла поставить, но мы смогли добиться этого всего. И она прилипла к стене. Даже прикрутилась. Значит, все подошло. Мы должны в этой серии закончить вот этот ремонт. Потому что мы все-таки дом взяли на себя, и давай его закончим. Будем по одному заданию и по одному дому в серии делать, и будет, наверное, все классно. Я думаю, этого будет достаточно. Так, поместить предмет. Огромный деревянный стол, кресло. Ну, давай огромный деревянный стол поставим. Купить сейчас и поставить его вот здесь. Думаю, будет самым хорошим решением. Нет, вот так вот. Самым адекватным решением будет вот здесь вот его поставить. Ну, типа, люди здесь садятся и едят. Правда, как-то у двери, непонятно как и зачем, но... Нет, наверное, все-таки будет логичнее поставить это вот здесь вот. Да, наверное, где-то здесь. Только оно криво стоит. Или это дом кривой? Нет, это я кривой, просто поставил неровно. Вот так, скорее всего, будет ровно. Да? Да, ровненько, ровнёхонько вроде бы как бы. Или тоже нет. Блин, хрен его знает. Вроде ровно. Вроде так, плюс-минус. Кресло. Кресло. 6 кресел. Материал песчаный, коричневый, Мне вообще все равно. Оно так называется, да, Эдген? Да, оно так называется. Это никакая не древесина, это просто... Просто такое название у стула. Поэтому... Не будем думать даже, просто накупим их. Обидно, что они как в The Tenants не берут и не ставятся сами в места, где там ноги стоят. Угу. Ну и вот здесь также 3 штуки мы ставим. Так, ну блин, здесь, конечно, не очень прям получилось. Но и ничего страшного, пусть стоит задвинутым.
Ну, примерно так, да. И ставим еще один стол. Примерно сюда. Ну да. Так, фотография какая-то, люстра. Давай купим люстру. Ну, здесь лампочки и так висят. Люстра будет висеть над столом. Ну, пускай немножечко кривовато, но и пусть. И вот здесь вот она будет висеть. Не понимаю, вот, наверное, вот так. Да фиолетово, пусть висит здесь. Ковер, да к чему здесь этот ковер вообще? Давай перед диваном положим вот так. И что еще нам нужно? Фотография синего озера. Ну, естественно, огромную купим. Чтобы она вот здесь висела. Нет, не огромную, а... Мэ, средненькую. Где-то вот здесь вот повесим. Над диваном. Вообще красиво получилось. Смотри-ка. Класс. Пойдем в следующую комнату. Предыдущие хозяева оставили большой стильный письменный стол. Что мы с ним сделаем? Я откуда знаю, что ты с ним сделаешь? Давай сохраним их, у них своя история. Оно и выразительная люстра придаст офису еще больше характера. А, ну давай обменяем его на что-то меньшее. Давай, выбор уже женщины был, поэтому выбор мужчины теперь будет. Письменный стол, удалить предмет. Угу. Поместить предмет. Стол такой-то, лампу, еще что-то там. Купить сейчас. Вот так. И лампа для письменного стола, прямоугольный ковер плитки. Лампа. Лампа и плитки. Ковер какой-то в плитках. Ну, давай его присандалим вот сюда куда-нибудь. Не знаю, зачем он здесь вообще нужен. Но пусть стоит. Так, там у нас что? Уничтожь стены. А, вот эти вот. Все, я вижу, как они на карте отмечены. Спасибо большое за советы. Угу. Скрытый подвал. Снос стены в гардеробе открыл бы переход к просторному подвалу. Предыдущий владелец упоминал, что его дедушка был бухгалтером. У него дома была куча документов. Кажется, что в конце концов он спрятал их в этом подвале. Нужно убрать эти коробки, и можно заниматься интерьером нового помещения. Ну, хорошо. Ну вот, мы доламываем стены и идем убирать коробки. Ну, что такое? Почему ты не даешь мне пройти? Давай, уходи. Все, а, вот еще что осталось. А точно это надо было ломать-то? Наверное, да. Оно все-таки как бы стеной, наверное, еще считается. Так, идем убирать вот это все. Ненужное говнецо, которое оставил дед. Охренеть, зачем тебе столько документов, дед? Вообще-то я не понимаю. Так, это тоже. Так, я не вижу больше ничего. Наверное, мы все убрали. Здесь очень темно, и поэтому я как-то очень плохо вижу здесь. Так, уложить напольную плитку белой панели. Поместить предмет люстр. Давай с люстры начнем. Потому что мне здесь темно. А можно включить свет? Можно. Спасибо. Вот уже куда ни шло. Напольную плитку. Ёшкин кот, ты что здесь решил придумать-то? Плитку, бильярдный стол, настольный футбол. Так, не туда нажал. Плитку давай наложим. Так, это у нас вот сюда вот кладется. Смотри, как
комната сразу преобразилась. Вот эта люстра, конечно, света не дает вообще почти. То есть она там просто обмотана какими-то шарами, вот этими кругами. И из-за них, по сути-то, от них лучше не становится. Да, вот сюда вот поставим кресло. Поставим кресло вот сюда вот в уголок. Чтобы никто не уволок. И поставим вот здесь вот. Ой, мне же нужно в магазин. Бильярдный стол купить сейчас. Ого, какой он большой. Ну, давай его поставим все-таки посередине. Он огромный. А вот футбол как раз-таки, наверное, этот... Залепим вот сюда куда-нибудь, вот где стояло это кресло. Вот здесь вот где-нибудь этот футбол поставим, чтобы он не мешался просто. Хотя он, наверное, тоже огромного размера. А, нет, смотри, небольшого размера. Так что вполне ему вот здесь вот места хватит. Так. Какие задания у нас еще есть? Спальня у нас не завершена. Угу. Пойдем в спальню. Что же нам... Стой, дом построить, нарисуем, будем жить. Пойдем-ка вот сюда. Ой, нет, это не здесь, это... А где спальня-то? Это вот здесь где-то была. Да, все, вот она. Удалить предмет спальни сердечко. Поместить предмет кровать для мальчика. Одну удалили, вторую поставили. Что-то не пойму, а что мешается-то? Я, может, что не понимаю просто? Почему она не хочет ставиться тут? Что ей там мешает такое? А, наверное, вот эти вот ерундовины очень близко стоят. Передвинем их вот сюда. Точнее, ее. А кровать поставим близко к стене. Все, отлично. Красота. Угу. А куда я забрал эту светильник-то? Куда я дел? Не знаешь? Я тоже не знаю. Встроенная узкая штора. Повесим ее на узкое окно. И повесим широкую штору на широкое окно. И, собственно говоря, установим. Потому что нужно. Потому что нужно, человеку же нужна штора, правильно? Купить-то мало, нужно еще и установить. Так и живем. Так, и еще вот эту. Все, задание закончено, да, все закончено, завершить заказ за 500 000 рублей. Ну, красивенько, правда, кресло я не стал убирать, но ничего страшного, от кресел никому хуже не станет, сами подвинут, как им нужен. На этом я хочу закончить. Сейчас мы загрузимся у себя в офисе, я так предполагаю, да, и все, у нас с вами 3 100 000 рублей. Думаю, в следующей серии мы выполним еще пару заданий. Может быть, прикупим какой-нибудь другой домик. А на этом с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Поставь лайк, обязательно прокомментируй. Подпишись на канал, если этого еще не сделал. И увидимся с тобой в следующей серии, в следующих видео. Пока.